Ну, на самом деле, выборы. Я, в общем-то, мне понравился Навальный, понравился, как он мыслит, понравилось его программные какие-то заявления, но то, что он заявил после выборов, что он будет опротестовывать, что он добьется, что-то как-то от этого стало как-то тухлый, кислый. Он меня разочаровал, честно могу сказать, вот своим поведением после того, как прошли выборы. Хотя то, что выбрали господин Собянин, меня как бы тоже не сильно вдохновляет, потому что всю Москву переломали, но ничего взамен не дали. Понимаете? Стал ездить еще страшнее. Я с ужасом жду зимы, когда я почти уверен, что Москва встанет, когда появятся сугробы и никакие полосы для движения общественного транспорта не будут спасать столицу, чтобы она функционировала нормально. В общем, Москва становится городом, в котором жить не очень приятно.